Лев студія на сьомому. З вами Анна Полякова. За мить у головній студії говоримо про скорочення кількості нардепів. Сьогодні Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт щодо зменшення конституційного складу та закріплення пропорційної виборчої системи. О 18-й мій колега Євген Салтан з гостями будуть говорити про останній барельєф маршала Жукова, який сьогодні знесли у нашому місті. І о 19-й традиційний для вівторка проєкт «Одеса мечти». Ну і зараз до інших тем. Українські заробітчани перерахували близько 12 мільярдів доларів грошових переказів за 2019 рік. Відповідну інформацію повідомили в Національному банку України. У відомстві зазначили, що сприятливу ситуацію на валютному ринку протягом минулого року визначали стабільно високі обсяги надходжень від трудових мігрантів. Обсяги переказів дозволили істотно зменшити курс іноземних валют в минулому році. Зокрема, в грудні курс долара опустився до 23 гривень 20 копійок на 5 гривень з початку минулого року. У той же час, на початок 2020 року, курс валют почав навпаки рости. ОНБУ девальвацію гривні пояснили попитом на валюту серед імпортерів і низьким об'ємом продажів валюти експортерами через отримання бюджетного відшкодування ПДВ. Ну, більше на цю тему ми поговоримо з нашим спікером. З нами на зв'язку Андрій Блінов, економічний експерт. Андрій, вітаємо вас. Здравствуйте. На вашу думку, яку та чи ключову роль відіграють, власне, заробітчани, тому що йдеться про досить таку велику суму, її пов'язують з курсом валют, який в нас був встановлений протягом 2019 року, так? Чи дійсно є такий тісний взаємозв'язок? Действительно, Национальный банк опубликовал данные платежного баланса, вот это оперативные данные за 2019 год. Тем не менее, уже несмотря на их оперативность и предварительность, уже можно сложить достаточно четкое мнение о тенденциях и в целом суммах, в частности, которые отыграли в перечислении денег украинцы или граждане Украины, которые работают за рубежом. Ну и вообще в целом перечисляют сюда валюту. Так вот, этот показатель именно на уровне оплаты труда, это еще нельзя называть чистыми трансфертами или переводами из-за рубежа, эта цифра будет Национальным банком раскрыта несколько позже, но, как показывает история, общая сумма переводов, то есть разница между заработанным и потраченным в стране пребывания, она приблизительно такая же, как потом в платежном балансе показывается по разделу на баланс оплаты труда за рубежом. И эта сумма составила, по данным Национального банка, 12 миллиардов 878 миллионов. Это на 12% больше, чем в 2018 году, хотя звучали предположения, они оказались ошибочными, что, ну вот скажем, этот поток, он не то чтобы иссякает, но он перестает наращиваться. Нет. 2019 год показал, что приблизительно сохраняются прежние темпы наращивания таких доходов. Если еще недавно заробичане переводили 8, потом 10 миллиардов, в 2018 году 11,5, то теперь почти 13. О роли, вы спрашиваете, которую то играет, но это фактически вторая по величине статья украинского экспорта. Более 20 миллиардов в прошлом году принес экспорт, вывоз продукции аграрной, в первую очередь зерновых культур и растительного масла. На втором месте, по сути, заробичане. Хотя мы понимаем, что это, во-первых, товаром нельзя называть, во-вторых, если даже классифицировать это как товар или услугу, то очень специфическую, это в значительной мере все-таки экспорт рабочей силы. Вот. Слава богу, он все-таки носит маятниковый и отчасти возвратный характер. Ну и на третьем месте сейчас находится металлургия, насколько следует понимать, но ее доходы или экспортная выручка от нее уже существенно ниже, чем от заробичан. Так что вот значение нельзя не оценить. Фактически без этих почти 13 миллиардов наш дефицит платежного баланса, его текущего счета, был бы не 1 миллиард, а 14. На вашу думку, чи можна аналізувати та робити певні прогнози щодо надходжень в 20-му році? Чи дійсно буде зберігатися ця прогресія і вони будуть зростати?
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос, потому что мы все понимаем, что трудовые ресурсы Украины не безграничны, и вот попытка электронной переписи показала оценку населения, которое прибывает постоянно на территории Украины, но при всей ее погрешности мы понимаем, что в любом случае тенденция в первую очередь у молодого поколения получить образование и, возможно, попробовать себя, например, на европейском рынке труда, причем европейском широким смыслом слова, от России до Польши и Португалии, сохраняется. На опросы в школах, на младших курсах высших учебных заведений показывают, что до половины молодежи, до половины детей так или иначе планируют попробовать себя на иностранных рынках труда. И это, в общем-то, достаточно тенденция опасная, потому что понятно, что она ведет к дальнейшей депопуляции в Украине, к увеличению социальной нагрузки, но и к тому, что, конечно, определенное количество перечислений, оно дальше может расти. С другой стороны, именно в минувшем году начал проявляться такой фактор, как постепенное выравнивание заработных плат между Украиной и рядом стран-соседей. Конечно, это в значительной мере произошло из-за изменения обменного курса. Например, та же различие в заработных платах с Россией, оно сократилось приблизительно до 1,5 раз, с Польшей сократилось до 3 раз, в то время как, например, на пике кризиса в 2015 году оно с той же Польшей превышало 5 раз. Что, конечно, было дополнительным стимулом для тех, кто даже не ощущает себя каким-то образом причастным к польскому обществу, к знанию польского языка, просто с чисто экономическим стимулом ехать, несмотря ни на что. Безусловно, многое будет зависеть от того, что будет с рабочими местами в Украине. Есть, конечно, робкая надежда, что программы, которые на этой неделе запущены, 5-7-9 в виде компенсации ставок по кредитам, частично будут давать дополнительные рабочие места, хотя понятно, что объявленная программа на 2 миллиарда гривен – это все-таки пилотный проект, и это больше такой тестовый пока элемент, который впоследствии может развернуться в более масштабную программу, которая, конечно, тогда будет влиять на рынок труда. Но действительно, все пока выглядит так, что тенденция, пусть и затухающая, но в целом она остается неизменной, что роль заробичан пока что в ближайшие годы продолжит, пусть уже и не столь быстро, но расти. Дякуємо вам, дякую за вашу думку.